Первым человеком, заявившим о своих способностях к телекинезу, была ленинградка Нинель Кулагина. В середине 60-х годов прошлого века она стала подлинной сенсацией для ученых. Необычные способности открылись у нее после трех сложнейших инфарктов. Нинель с легкостью вращала стрелку компаса в разные стороны, перемещала на расстоянии коробки спичек и пачки сигарет, засвечивала фотопленку, запечатанную в плотный конверт. До сих пор никто из экстрасенсов не смог повторить опыты Нинель Кулагиной.